Привет, друзья! Сегодня снова мы ремонтируем Cherry QQ. Проблемка уже понятная из заглавия. Стук в передней части колеса при начинании движения. При старте стук в передних колесах. Не думал, что дойдет уже и ко мне такая же, как говорится, проблема. У моих двух друзей я ее как бы обнаружил, вовремя устранил, но так как думал, что у себя я вовремя поменял нижний рычаг, ко мне эта проблема не дойдет. То есть началась она у меня стук при трогании с места после того, как я пару раз, ну, не пару, наверное, больше, но пару раз залетел в конкретные ямы. И уже зная проблемы уже этой машины, знал, где мне как бы надо искать. То есть, если у вас такая же проблема, это видео для вас. Заезжая на СТО, говоришь, у меня стучит при трогании. Я всегда поражаюсь от тех специалистов, которые находятся на самом СТО. Ой, да там проблем очень много будет. Ну как я вам сейчас перечислю? 100 проблем, которые бывают. Ну это стандартный как бы ответ всех, ну не знаю, горе-специалистов, я так понимаю. Потому что, я понимаю, нормальный специалист вам скажет, да нет, ребята, ну может быть вот это, вот это и вот это, это... Чаще всего случается. Ну а дальше, если из этих там таких вариантов ничего не будет, тогда будем смотреть другое. То есть, а когда вам начинают говорить, что да, тут сразу 100 проблем, и никто ничего не называет, что это может быть, ну, надо понятно, что понимать, что уже дальше вас пытаются раскрутить по максимуму. А проблема здесь, в принципе, в двух вариантах. Чаще всего. Так что смотрим сюда. Вот этот болт, ну, если у вас вот этот рычаг, как бы вы его меняли, советую, если вы меняете нижний рычаг, поменять его в Cherry QQ, поменять на Deo Matiz, гораздо лучше и качественнее стоит здесь, кажется, ну, как бы сам рычаг гораздо качественнее. Проблемы здесь бывают две, ну, по крайней мере, то, что у меня случалось. Первая проблема, из-за попадания в яму разбивается сам шток. И вам, в принципе, в этом варианте надо просто подтянуть вот эту гайку покрепче. Видите, здесь есть зазорчик. То есть, есть ее еще куда подтянуть. Опять же, если вы подтянули и стук не ушел, что надо сделать? Это, в принципе, скажет вам любой специалист, у которого была таврия. Это, в принципе, болячка таврий. Ну, за счет того, это тоже у них такой же самый стук в таврии. Вытягивайте... Раскручиваете вот этот болтик, вытягиваете рычаг, подставляете туда жестяночку, вот под банки, под пиво, под колу, ну, без разницы. Подставляете туда жестяночку и затягиваете этот болтик намертво. И до, как говорится, до завершения ходьбы вашего рычага вы об этой проблеме забываете. То есть это по таврии. В нашей же машине то же самое. Только в нашей машине есть другой вариант. Либо это еще можно подтянуть покрепче, усилия надо приложить очень серьезное. Либо, если у вас после закручивания ничего не получилось, при трогании машины опять у вас есть здесь стук характерный. Ну, либо слева, либо справа. Ну, обычно у моих двух товарищей он был справа, не знаю, как и у меня получился тоже справа. Справа больше ям, там мы их больше ловим правым колесом. То есть просто затягиваете болтик, не получается, затягиваете, вытягиваете рычаг, вставляете кусочек жестянки и опять затягиваете болтик. Болтик надо тянуть очень хорошо, вы должны понимать, что на нем держится вся ваша ходовая. Так что, если у вас это не именно стук при трогании, то первое, надо обратить внимание на это, на этот именно... на вот эту часть детали, на эти болты. То есть, если у вас, конечно, при движении вы просто едете по ровной дороге и у вас начинает стучать, то есть, ну, понятно, тогда замена нижнего рычага. То есть, так что
Повторяюсь, если при трогании, значит, обращаю внимание сюда. Понятно, есть третий вариант. Он, конечно, редкостный, но также бывает. Смотрите на пыльник. Если у вас пыльник уже где-то порвался, подпускает, то уже не исключено, что, как говорится, накрылась сама граната. Так что, в принципе, думаю, потянуть болтик не проблема. Всем, кому информация была полезна, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного. И уже много интересного уже на моем канале есть. Вся информация для вас, думаю, практически вся должна быть полезна. В жизни это все случается. И интересно иметь на нее ответы. Так что ставьте лайки. Все, всем счастливо, до новых видео.